Друзья, всем привет, с вами Страйкс, мы продолжаем играть в The Long Dark, у нас 7 часов еще осталось до ночи. И пойдемте проверим селочки, наберем веточек. Может быть, приготовим зайца того, которого мы в прошлой серии поймали. Попался который. Ой, а вот так вот двери не надо оставлять-то. А вдруг Мишка? 7 часов, блин, может все-таки за медведем сходить? Что-то мне кажется, он сдох. Хотя в прошлой серии кто-то там хрюкал. Дышал прям так томно, как медведь. Ну, зайцев надо, ребят, каждый день проверять. Нам все равно туда забрем нам идти. Потому что нам надо 4 зайца, у нас один есть, значит еще 3 зайца надо. 3 зайца надо поймать. Заяц легко, шкур за 30 минут ножом. Кстати, нож, если бы 100%, может быть, даже за 20 минут мы разобрали. Кстати, 0, 0 градусов, нормальная погода. Иногда вот так ждешь вот эту погоду, а ее нифига нету на самом-то деле. У нас тут одни костры, кстати. Можно будет этим пользоваться, наверное. Так, аккуратненько. Здесь из-за холма нифига не видно. Медведь пошел вон туда. Вот не вижу я его труп. Че он туда поперся? Где у него там берлога-то? Берлога-то у него вообще вон там. Ну, может, он по дороге ходит, он как цивилизованный, воспитанный. О, еще один заяц, ребят. Вообще ништяк. Я даже думать не буду, я тут же поставлю. И просто заберу шкуру. Чё по погоде? Минус 6. Плохая погода уже начинается, ветер. Отлично. Нам еще 2 зайца надо теперь. Вот так вот зайцы у нас тут потихонечку ловятся. И, кстати, где-то у нас один селок наверху стоял, по-моему. Смотри, как ветер дует, и нам тяжело идти сразу. Прям сразу тяжело идти. Я думаю, с утра доберем зайца. Правда, немножко там... Да нет, он не протухнет, что он там. Минус на улице, нормально все. Замерзнет, правда, но мы его распилим. У нас есть ножовка. И заодно посмотрим, может, еще там кто поймается. И у нас там заяц вообще быстро, в принципе, должен собраться. Соберем зайца, называется, да? 6 часов. Что делать? Погода портится. Ну так, портится. Ветер просто, на самом деле. Градусы-то нормальные. Так, пойдем, наверное, чтобы... Блин, ну там топить. Топить-то не хочется. Ветки я пособирал. Пойдем-ка мы, наверное, веток пособираем еще. Сейчас я только шкуру брошу. Шкуру брошу. Далеко отходить не будем, потому как погода может на ночь испортиться очень сильно. Здесь она прям пипец как переменчива. Он уже задувает там на полную катушку. Где заяц-то? Ё-моё, иди сюда. Заяц. Подожди, заяц обычно тут. А, вот он. Бросить. Бросит заяц. Второй заяц подошел. Такие два зайчика. Лежат у нас, смотри, с ушами прям. С ушами. Прикольно. И олень. Ну, на олень на себя не похож. А вот зайцы похожи прям. Блин, я жду, когда добавят лису какую-нибудь там, ну не знаю, что-нибудь такое поразнообразнее. Что у нас только 3 живности, это заяц, олень, да волк, больше никого нет. Я жду лису хотя, пусть она тоже будет шубу, шарф из лисы можно сделать, шапку из лисы можно сделать. Да можно что угодно сделать из лисы.
Жрать ее не будешь, потому что она тоже хищник. Ну, варежки есть у нас, штаны есть, сапоги есть, шубы есть, да? Дайте лису, чтобы я сделал себе шапку из лисы и этот самый шарф из лисы. Меховой такой, нормальный. И все нормально будет у нас. Будет еще теплее. Почему нельзя такое сделать? Просто добавил того же волка, только пиксели поменял, там эти самые шкуру. Ну вы поняли. Просто текстурку поменял ему и все. То же самое, такой же дикий, такой же агрессивный. Просто тупо эту волку шкурку поменять. Почему это нельзя сделать в игре? Дерево шумит. Блин, игра вообще живая. Просто живая игра. Волчара бегает. И, кстати, эти самые... Ну, он то же самое. Даже ему не надо эту анимацию менять. Лиса бы... Ну, там просто звуковые эти дорожки поменять, да? А так анимация, она тоже на зайцев охотится, как и волк. Может быть, на эту самую... Хотя нет, я думаю, на олень тоже лиса может нападать. Лиса, куница, там без разницы. В общем, чего-нибудь такое сделали бы, интересное было бы. Хоть какое-то разнообразие в игре. Так-то, в принципе, все мне нравится. Вон еще волк ходит. Я что поперся, я за ветками иду. Я знаю, вот здесь на холме много веток. Погода, правда, не очень погода-то у нас. Не слышно просто. А я люблю в этой игре слушать врага. Сейчас заодно скажу, куда мы пойдем, наверное. Как погода наладится. Хотя, блин, погода идеальная. Минус 3 всего. Всего минус 3. Ходи не хочу. Вот видите вот эту реку? Вот вдоль нее мы должны вот так пойти. Прям по речке пойдем. Хотя, мне кажется, по реке идти холодно. Ну, лед, потому что, да, снег все-таки потеплее будет. Сейчас мы веток наберем хотя бы штук 10. Был бы топор, мы могли бы топором бы разрубить что-нибудь тут. У нас топора нету, ребят. Я завидую просто людям, у которых есть топор. У кого-то даже там 3, я смотрел в серии. Так, заяц валяется. Может, кишочки разобрать у него? Хотя нафиг они нужны. Мясо, конечно, можно разобрать. Вот мясо можно. Где еще ветки-то? Была не была. Погода хорошая пока. Жадный Страйкс, он все сожрал, он все забрал. Не медведь ли там он идет, нет? Нет. Ой, а погода такая задувальная, я бы сказал. Метельная, задувальная, но красиво, ребята. Ты смотри, какая погода. Я, кстати, скриншотик сделаю. А то у меня на заставку кончились скриншоты. Все, девчушка у нас замерзает. Сейчас пойдем, 4 часа осталось. Давай бегом, что нам тут. Побегаем. Немножко растрясти еду надо. Такими легкими перебежками. Сейчас заберем того зайца. Приготовим его. Две шкуры у нас уже есть. Нам осталось два зайца всего поймать. Но я думаю, что они в легкую тут поймаются. Заодно, наверное... А, зайцами поедим заодно зайца. Че я? Зайцев он там мало, на самом деле. Там вот это вот то, что мы поймали, два зайца, это нам на один раз. Просто на один раз. То есть, по сути, два зайца в день это даже мало. Это очень мало. Там зайцы просто вообще ни о чем. Так, что, давай кишки выкинем. Да, как раз там погода такая не очень. Не ок, я бы сказал. Что у нас там по кишкам? 1%, 3%, 21%. Ну, нормально. Самое главное, у нас зайцы подсыхает. И олень. Как олень, смотрите, засушится. Вот это вот олень, это ключевой олень. Шкура 21. 80, 79% еще ждем.
и начинаем крафтить себе штаны. Пока будем крафтить, у нас, я думаю, заяц соберется уже. И скрафтим перчатки. У нас будет перчатки, у нас будет это. Потом останется нам волк. Ну, волк это не проблема, благо их тут полно вообще, миллион. Миллион волчар. 4 мяса. Смотрите, какое маленькое мясо. Всего лишь килограммчики. Вот здесь вообще ничего нету. Вот здесь нету. И вот 2 килограмма. Вот смотрите, зайца получается килограмм. И сколько-то там грамм. Буквально немножко. Ну, в зависимости от того, какой свежести заяц и... как вы мастерски его рубите. От этого тоже зависит. Ну и также в каком состоянии нож там и так далее и тому подобное. Тут много факторов на самом деле влияет. Ну, килограмм я всегда с зайца забираю. Килограмм с чем? Там обычно 2 тушки такие, 2 карачка, и там мало есть. Еды там вообще ни о чем. Сейчас, кстати, посмотрим, на сколько он калорий. Там, по-моему, то ли 700, то ли 600 калорий. Что-то он там вообще не калорийный заяц. Так, ну ты у меня вообще умница просто, я могу сказать. По разжарке прям молодец на самом деле. Я думаю, что... Так, давай, тут мало. Мало-то не мало, а все равно, смотри, как расходуется. Давай-ка мы заберем прутики. Давай книжку сожгем. Хотя книга на растопку хорошо. По-моему, зависит от того, сколько по граммам быстрее готовится или нет. Ну-ка. Да, по-моему, быстрее полоска идет. А может и нет, может и без разницы. Но по идее, было бы логично, если бы быстрее полоска шла, когда у нас мало грамм. Кусок, в смысле, маленький по граммам. О, как раз у нас, ты смотри, у нас прям вообще супер все. И тупим, наверное, лед там насколько сможем. Заодно потом... О, готовка плюс. Готовка на 3 прокачали мы. Неплохо, ребята, еще. Еще водичка. Надо будет как-нибудь отдельно именно воду, водой заняться. Здесь у нас вода. Вода, вода. Нормально. Веток у нас совсем нету, да? А, вот, нет, у нас химическая. Давай сюда на свет, чтобы я его видел. Я его буду экономить. В принципе, я бы тут и стол разобрал, и стул вот этот дурацкий разобрал. Мы много чего. Кстати, вот порядок наведем. А, я не могу это сделать, да? Че, даже выкинуть не могу? Давай, иди сюда. Где у нас тут мусорка? В каком ящике была? В ящик же я, да, складировал или нет? По-моему, в какой-то ящик я складывал. Не знаю, не помню. Пусть будет здесь. Мы же не свиньи. Дома зачем так делать? У нас все культурно. Мужик любит порядок. А девчонка тем более у нас тут хозяйственная. Так, давай поедим. Мы устали, мы сейчас ночку можем скипнуть. 47 грамм, вообще ни о чем. Давай кушай. Нам нет смысла такой кусок хранить. Давай вот это тоже кушай. 179 грамм тоже ни о чем. Вот и смотрите, то есть, чтобы на... А, вот, да. Ну, как я и говорил, где-то вот 518, но это тоже от уровня готовки зависит. По-моему, до 600 максимум идет заяц. То есть, это такое. Вот мы, смотрите, мы просто вот сожрали всего 2 зайца, и мы даже не наелись. Мы не полную полоску восстановили. Кстати, с водой проблема. Воду надо кипятить. Осталось чуть-чуть, это нам буквально до утра хватит. Если нам в поход идти, нам нужна вода. Я думаю, что с утра надо будет отправиться за ветками, проверить заодно зайцев, если зайцы есть, разделать, набрать много веток, где-то там что-то поломать, может быть, даже руками, и воду вскипятить. Но я единственное, я не понимаю, почему в игре нельзя ветку пилить пилой? У меня ножовка, ребят, я понимаю, что она по металлу, но если в диких условиях вот таких так подумать, я могу этой ножовкой спокойно дерево тоже пилить. Тем более есть универсальные ножовки, которые и металл, и дерево пилят. Ну вот,
нормальные зубья тут. Можно ветку. Уж ветку-то я не говорю про дерево, да? Я не говорю про большое бревно какое-то там, да? Полено, чурка там, не знаю. Ну, вот обычную веточку там от дерева вот такой ножовкой можно в легкую. Да даже ножом можно срезать. Почему это не реализовано? Я бы даже монтировкой бы сломал бы эту ветку. Или ну вот этим ножом такой можно как-то там зажать. Когда припрёт, будешь зубами грызть эту ветку, как бобер. Хорошо, мы спим. 2 часа осталось. Хотя нет, 2 часа нет, не будем спать. Нам ночь надо скипнуть потом полностью. Давай-ка нож точить. Нож точить будем, потому что нам зайца разделывать, нам надо много-много ножа. Нож точить. Как раз мы время убьем. Была бы книжка, я бы почитал, но... Кстати, что я с собой шиповник таскаю? Надо бы его выложить. Пойдем-ка мы его куда-нибудь. Он, по-моему, не портится, да? Если я ничего не перепутал. Да, он не портится, как и мох. Я думаю, что... Мне говорят, мох заверни в эти самые. А у меня, по-моему, не хватает одной, да? Да, у нас 3 нужно, а у меня 1 штука только. Где наш кабинет? Кабинет нашего пилота. Мы, кстати, пилот, если кто не в курсе. Мы играем за роль пилота, упавшего самолета в это самое. Геомагнитная буря произошла по сюжету. Давай-ка мы тут это, вот это тоже сюда. На все, про все. Нам все равно надо 20, чтобы приготовить чай. Поэтому нам надо еще 4 шиповника. У нас тут рядом он, по-моему, не растет. Это надо дальше идти туда. Все, погнали. У нас смертельная усталость. Мы спокойно сможем ночь сейчас скипнуть. Но я еще немножко поточу ножик. Можно ножовку, кстати, вот поточить еще. Хотя она не особо сейчас портится. Давай нож заточим. То есть рабочий день до ночи прям такой нормальный зашел. Тоже неплохо. Мы зайца еще одного поймали. То есть у нас 2 зайца, мы нормально. Мы ушли в плюс по еде. У нас осталась еда, у нас олень. У нас еще медведь недоеденный, да? Смотри, медведь кормит очень много на самом деле, если вы просто его экономите. Да, стачивается камушек. Кстати, наверное, процент неудач идет, да? А, нет, нужен... Металл нужен. Нет, так просто не починишь. Давай до соточки доберем, что. Может, заодно прокачается, что там, готовка... Готовка, починка. 46 у нас. А надо 100, наверное, да? Хорошо, давай спим. Меня часа до ночи, но мы сразу спим. У нас все хорошо, поэтому мы спим сразу 5 часов. Потом, как обычно, просыпаемся, пьем водички и досыпаем. Сколько у нас? 5 часов до утра. Нормально. Мы как раз выспимся. Пьем водички, чтобы лучше высыпаться. С утра поедим, наверное, медведи, да? У нас спали? Нет, у нас еще не спали. Значит, олень съедим. Ну, может, спадет. За сутки проходит, поэтому мы раз в сутки спокойно можем питаться медведем. Говорят, чаек медведь вот эти кишечные эти сбавляет процент. Но у нас, ребят, нет чая просто-напросто. Я бы с радостью чайку перед сном пил. Я знаю, что чай, он способствует более... такому хорошему сну, и процент у нас больше накапливается. Ну, не процент, а полоска набегает, да, усталости. Хорошо, давай еще спим. Че, где у нас кровать-то? Я че, с просони кровать потерял? Я. Дорогуля, ложись. Ложись еще рано. Будильник еще не звенел. Будильник на работу не звенит. Что там по погоде? Сейчас посмотрим. Что делать в эту серию? Жажда. Жажда пьем. Ну, мы вынуждены в эту серию топить воду. Кипятить у нас все. Последняя бутылочка, последний глоточек мы. Мы, конечно, не хотим пить, но это не значит, что нам не нужна вода. Нам нужна вода. Вода у нас тут есть. Я не знаю, сколько здесь по бутылкам. Но я думаю, литра 2 здесь будет. Но этого мало. Надо хотя бы 5-ку наварить.
накипятить. 13 часов есть, 15 минут у нас еще по серии есть. Отлично, пойдем посмотрим, что у нас там как. Есть мы не будем пока что, да? Можно только оленя съесть. Но я, наверное, перед сном буду только питаться. А что у нас дверь-то не закрывается? Хорош. Не надо так пугать дверью. Ну, я так понимаю, темно, потому что еще просто не рассвело. До конца не рассвело. Минус 7. Посмотрим, сейчас нападали ветки, нет? Проверяем перезарядку. Ну, здесь погода динамичная, она буквально на глазах тут меняется, поэтому мы наблюдаем за рассветом, можно так сказать, где у нас солнышко-то. По идее, оттуда, да, рассвет идет? Справа. Есть все-таки подозрение, что медведь помер. И нужно было бы его проверить. Потому что если он помер, значит он недалеко. Либо он бы уже к нам бы пришел. Я, конечно, не знаю его траекторию, как он долго ходит. Он, конечно, медленный такой. Он бегает быстро очень, на самом деле. Бегает он очень быстро. Но ходит он медленно. Давай-ка по чуть-чуть. Не, ну ветками тоже можно, в принципе, нормально себе жить, топить. Это у нас три веточки, да? Ну, хотя бы на штук 15. 4. 5. Она, по-моему, там на 20 минут каждая, да? 6 или чуть побольше. 7. Не знаю, ребят. Где у нас еще селки? Где тут были? На поляне. А, это костер, я уже думал, кто-то лежит. Пойдем чуть-чуть дальше пройдемся. Чуточку дальше. Что-то прогрузилось. Судя по звуку, это зайчики прогрузились, возможно. Из норок своих кроличек повыбегали. Вот, кстати, можно за рогозой сходить. Кто там у нас внизу? Никто. Рогоза здесь у нас цветет, растет. Но здесь мало рогозы. Чуть больше есть вон там, на озере. Или там не озеро, а как оно? Кстати, нету рогозы. Что это еще? Не взошла. Так, вот еще ветка. Кстати, а если я вот эту что буду делать? Руками, да, только? 10 минут. Ну давай, 10 минут. 10 минут это не 40. Тихо, тихо, красотуля. Мы это практически считаем, что за хворостом просто сходили. Это нам такого особо погоды-то не дало. Но тем не менее. Если так штук 30 наберешь, то жить можно. Нам все равно это надо. Я бы даже сказал, первой необходимости вообще. Потому как... Надо водичку-то растопить, да и еду потом готовить надо, да? Прохладно, прохладно, минус 8. Вижу. Но я с поляны не уйду, пока все не заберу. Такое ощущение, что динамично падает ветки. Просто тут трясется с деревьев. Фух, я испугался, думаю, чьи следы? А это мои. А интересно, если медведя... По следам можно же его вычислить, да? Если его не видишь.
Если он тут недавно проходил, к примеру, по идее следы должны оставаться, тут есть следы. Заодно посмотрим, сколько я набрал. Штук 30 точно. У нас, наверное, там перегруз, да? Нет. У нас живем еще нормально. Хорошо. Ну, это вот хотя бы как-то. Хотя бы что-то. И то, это сейчас, знаете, половина даже больше улетит сейчас на воду. Потому что часа два нам надо растопить, чтобы нормально накипятить. Риск кишечных прошел. Ой, как хорошо. А я уж испугался, думаю, что за эффект. Кстати, мы не так-то далеко, на самом деле, от фермы. Вон она там, может быть, даже видна. Где-то вон там ферма у нас. Кстати, по тот мост я тоже не ходил. Хорошо, хорошо, мы замерзли прям совсем. Пойдем, я тебя погрею немножко. У камина. Сейчас ботиночки снимем, носочки протянем. Ножички свои. Красивые, стройные. Отлично, мы набрали веток. Сейчас посмотрим, сколько мы как раз набрали. Ну, я долго ходил, долго набирал. Давай посмотрим. Где ветки? 44 штуки. Неплохо зашли. 44 ветки. Ну, в принципе, 44 ветки нам вполне так нормально. А что у нас по спичкам? Самое главное, это у нас что в жизни-то? Спички. Ну, еще более-менее живем, да? Ну, я бы не стал бы, кстати, разбазаривать-то спички-то. Если честно. У нас, кстати, полено есть. Можно полено затопить. Эти ветки как на растопку идут хорошо. Ну, ими тоже можно понакидать нормально. Это тоже, наверное, там часов на 6 можно там зафигарить, да? Если так, закинуть их. Может, даже больше. Заяц заодно сушится. Скажи, что ты разожгла, да? Молодец, я прям тебя обожаю, на самом деле. Да, 35, ну-ка. Ну, прям несерьезно, да, я бы сказал. Смотрите. 14 веток, час 50. Сидеть просто так не будем. Время идет. Быстренько. Топимся. Ой, всего литр, я-то думал, побольше будет у нас тут. Я почему-то надеялся, что у нас тут литра 3. Не, ну с водой вроде более-менее. Не так, как жарко. И жарко, конечно, много забирает. Хотя, знаете, можно и полено закинуть и вообще прям вплотную заняться готовкой, но время попросту что-то как-то мне жалко на самом деле. Лучше мы куда-нибудь сходим. 10 часов еще... Ой-ой-ой, 5 литров, нет. Так, не успеем. Давай 2. Мы лучше куда-нибудь прогуляемся, у нас еще время есть. Но опять же, прогуляться, да? Как погода, позволит ли? А, ну там уже слышу, что там так не ок. Не ок, я бы сказал. Задувает ветерок, значит, за окном не ок. Ой-ой-ой, 14 минут, маловато. Давай закинемся. Закинемся, сейчас заодно посмотрим, сколько у нас тут по... вышло. Давай на все топи. Топи сколько сможешь. Топи меня полностью. Откуда нам, интересно, снег берет? Наверное, в карманах приносит. Итого, у нас почти 6 литров. У нас еще литр, можно сказать. Ну там.
Ну, не литр, ладно, 520 грамм. Хорошо. С водой у нас на пару суток хватит. Да? 6 литров, я думаю, даже можно и на 3 дня растянуть. Поэтому у нас... А ну, у нас мы голодные, голодные. Пойти медведь сейчас съесть и водичкой запить, да? А воду-ка я выкину здесь, наверное, литра... 2 точно. 2,5. Надо бы оставить дома. И на столе поставим. Прикольно то, что такие бутылочки. Где, интересно, она правда тару эту берет? Тоже, наверное, из кармана, из того же, где и лед, и снег. И лед, и снег. Из кармана. Хотя нет, здесь бутылки-то, наверное, наверняка дома-то есть, в принципе, налить-то она сможет. Ой. Зато все видно. Я бы даже в такую погоду бы походил. Все видно. Но морозец. Морозец есть, безусловно. Волк ходит. И вон еще один. Ну вот опять же, ребят, медведя я не вижу. Может, его уже сожрали, конечно. Блин, обидно будет, если я тогда его застрелил, а он там где-нибудь помер и замерз, бедный, никчемный. Медведь это на самом деле не... Не просто так. Не мерзну, не мерзну, будем в машине сидеть. Поедим в машине. Че, нормально, в принципе, медведь зашел, я даже больше есть не буду. Одним куском мы наелись. Почти что килограмм, да, сожрать вот так? А, не почти что, а там сколько в куске там было? Минус 10, ребят. Пойдем посмотрим, сколько у нас там шубы, шкуры. А, может быть, у нас там это подошло к концу. Дверь, кстати, не закрыл, не закрыл. Я помню, что дверь я не закрыл. Давай закроем дверь, потому что... Лучше, чтобы она закрыта была. И пойдем посмотрим, как у нас там шкуры. Может, у нас уже высушилось, и можно уже... готовить? А, нет, размечтался. Да, зато заяц подходит. Заяц у нас обгоняет, кстати, вот эту шкуру. Заяц обгоняет. Может быть, там уже кто-то и поймался, надо еще за кроликом идти. Проверить. Вот бы было бы хорошо, если бы еще парочку поймались. Ну, хотя бы один, чтобы у нас тут 3 зайца уже было. Там 4 надо. 4 зайца надо. Хотя, по-моему, если я не ошибаюсь, то сначала надо было как-то чуть поменьше. Потом они добавили шкуру еще одну. Ну, как-то так, ребят, выживаем. У нас, в принципе, еще есть 8 часов. Поэтому в следующей серии мы уже продолжим чем-то там заниматься. Может быть, куда-нибудь пойдем, что-нибудь поделаем. Поищем зайцев. Может быть, еще веток наберем. Может, куда-нибудь прогуляемся, если погода позволит. Как-то так. А на этом я серию заканчиваю. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч, до новых серий, ребят. Пока-пока.